Добрый день, мои хорошие. Добрый день. Сегодня мы с вами продолжим работать в том же ключе, что и работали в прежнее время. И сегодня мы с вами будем делать первый из 10 уроков Legal English. Как именно работать с документами, как именно их переводить и какие словосочетания иметь в виду. Вчера мы хорошо зацепились с моими студентами, которые имеют обиходный английский, а сегодня мы зацепимся с вами за такие словосочетания, как make laws. Приступим. Make laws – это издавать или принимать законы. Как вы скажете отменять? Вот есть издавать, как вы отмените? To repeal. Repeal laws. Хорошо, как их нарушить? Поломать. To break laws. Если их соблюдать, obey, повиноваться, обеспечить принудительное исполнение какого-то закона, это enforce, ввести, enforce laws. Применять законы, применять право, точно так же будет, как и в обиходном английском, это apply, apply laws. Быть противозаконным. Быть против закона. To be against the law. Изучать право. To study law. Хорошо. Как будет власть? Правительство, руководство, управление. Естественно, уряд. Это government. Это знают все, это обиходный английский. Вчера у нас было слово body. Это не только тело, это еще и орган государственного управления. Хорошо. Суд. Вы знаете, суд – это court. Судья – это judge. Полиция – police. Гражданин – citizen. И кого еще? Преступник. Да, вы знаете, criminal – есть offender. Теперь, вот это слово law. Надо обратить, естественно, внимание на употребление артикля с вот этим словом. Смотрите, он нарушает закон, как вы скажете? He breaks the law. Это закон как обобщенное понятие. И если взять он нарушает законы вообще, то будет без артикля the с окончанием с. He breaks laws. То есть he breaks the law это то же самое, как he breaks laws. Он нарушает законы как обобщенное понятие, и он нарушает законы как законы вообще. The law is very important. То же самое, что laws are very important. It's a good law. Это хороший закон. Один из многих законов хороших. A артикль. He studies law. Артикля не будет. Он изучает право. Именно право, а не закон. Теперь со словом police. Надо обратить внимание, что police – это существительное множественного числа. The police are here. Полиция есть здесь. They are looking for you. Не дай бог, конечно. Они тебя ищут. Хорошо, с этим разобрались. Дальше. Какие еще есть устойчивые словосочетания? Необходимость в законах. Вчера у нас всплыла. Need for laws. Ничего сложного нет. Общество. Вы это слово знаете все. Society. Вести себя, нарушая законы общества. Вспоминайте вести себя. To behave как? In antisocial ways. Жестокий. Violent. Вы знаете violent. Причинять вред людям и их собственности. To harm other people's lives and their property. Украсть или отобрать что-либо. To steal or take something away. Жить по закону джунглей. To live by the law of the jungle. Защищать людей от чего-либо, кого-либо и так далее. To protect people from somebody или something. Права и свободы. Freedoms and rights. Ограничивать эти права и свободы. To limit. To limit rights. Обеспечивать безопасность законопослушных
граждан. To, вы знаете это слово, to ensure. To ensure the security of law-abiding citizens. Создать правовые институты, государственную машину. To provide the legal machine. Это в документах, да, в основном? Устанавливать виновность и невиновность. То же самое, to establish guilt and innocence. Наказывать преступников. To punish offenders. Устанавливать правила. To set rules. Что там еще может быть? Составлять завещание. To make wills. Гарантировать что-либо. To guarantee something. Разрешать споры мирным путем. To settle disputes peacefully. Мирно. Частные договоренности. Private arrangements. Основной закон, basic law. Конституция, constitution. Структура органов государственной власти. Structure of government. И устанавливать права и обязанности. To lay down the rights and obligations. Хорошо. Human beings. Мы знаем, что это человеческие существа. Individuals. Это люди как индивиды. Ну и пока на этом хватит. Переваливать за 6 минут. Второй урок по фразам Legal English будет завтра. До встречи.